первое, наверное, что надо научиться рисовать, это машины, да? Хотя, собственно, я их не сильно-то и вырисовывал. Нет, он не открывает всегда. Поскольку я к автомобилям отношусь весьма, скажем так, пренебрежительно, как к средству унижения человека, ладно, самое-то главное, я вот это хотел нарисовать, этого монстра. Там какие-то... Полоски, полоски, полоски. Собственно, современную архитектуру надо с линейкой рисовать, приходить. Ну вот самое интересное здесь вот эта вот лестница, конечно, вот она вот такая вот. И все в клеточку. Но только здесь такие балконные эти штуки. А внизу реклама, естественно. Написано там что? Супермаркет, да? И жиденькие деревья есть еще. Да, но я тут дом-то на фоне не дорисовал. С голубыми вставками вот с такими. Да, но и у него еще там крыша есть. Не было бы машин, я на них ругаюсь на машины. А не было бы машин, так ну совсем бы уж было бы грустно, да? А здесь желтенькая у них вставочка. Ну вот, чем можно разнообразить унылость архитектуры современной? Это вот этими декоративными элементиками раскрашиваю. И тем не менее, нахально скажу, что художник, для художника нету скучных и плохих этих самых сюжетов, мест. Потому что, как известно, даже квадрат черный, даже черный квадрат можно превратить в гениальное произведение искусства. А уж тем более белые кубики, они все-таки гораздо интереснее, чем один квадрат. Ну и там домик стоит еще, сейчас я его нарисую, так раз, вот оттуда, да? И здесь тоже деревья. Конечно, рисуя пером, надо использовать влагу.
Но сейчас мне не до влаги на таком холоде. Вот, поэтому я рисую пером, собственно, то, что можно было нарисовать и карандашом. Но это отдельный разговор. Как я гениально вычерчиваю, не задумываясь, правильную перспективу. Раз, раз, раз. Сама собой построилась, да? Я же не выверял это никакими инструментами. А получилось. Да, ну и здесь она такая очень-очень острая. Вот. Ну и сейчас последние штрихи. Это вот эти вот окна. Но я их не буду все прорисовывать. Вот так примерно потом. И что самое характерное, ради чего я взялся рисовать, это квадратно-гнездовой орнамент этого дома. Самое интересное место, да? А я уже замерз, между прочим. Ну что, сейчас уже пойдем. Все.